С вами видим, что уже очень глубоко заходят игроки Heroic, но Ставн здесь погибает под Б-плантом. Боба находится в противоположном сайте. Минус Сьюж. Сейчас еще и пройдет фраг по Япи. Дальше Кэдин погибает. Тессус 1-4. Друзья, это все закончилось победой Gamer Legion. Они гранд-финалисты этого мажора. Браво, браво. Красивое завершение. У ГЛ шансов было очень много доделать эту работу. Они не стали пользоваться своими матчпоинтами и спокойно, спокойно добили. Добили датчан до топ-4 этого мажора. Продолжают лететь головы фаворитов этого турнира. Ну и мне теперь боязно за Виталити.